Добрый день. Сегодня хочу рассказать вам, как прочистить засор ванной вообще без всяких химических препаратов и даже без вантуса. Вот вам потребуется вскипятить чайник воды. Налейте полный чайник воды и вскипятите его до 100 градусов. Пока он кипятится, вы можете включить именно горячую воду так, чтобы трубы немножко прогрелись. Данный способ основан на том эффекте, что в горячей воде жир, все вот эти отложения частично растворяются. Итак, вы прогрели трубы теплой водой. Ну, конечно, это нужно делать подольше, чем я показывал в видео. Вот. И дальше вы заливаете прямо кипяток во все эти трубы. В принципе, они все рассчитаны на высокие температуры, поэтому не волнуйтесь, что у вас что-то случится. Вот, у меня может быть не очень сильный засор на данном случае. Вот. И жир растворяется, отложения растворяются, потому что обычно вы моетесь, конечно, при температуре воды там 40-50 градусов. Вот здесь кипяток сплошной, и он как раз несколько растворяет эти отложения. При необходимости данную процедуру можно повторить. То есть мы не потратили ни рубля, по сути, только потратили немножко электроэнергии на кипячение воды. Никаких химических препаратов с кислотами, щелочами и прочими поверхностно-активными веществами мы не использовали. Вот. Если они у вас есть, то, конечно, более эффективно именно их использовать. Но данный способ как раз именно, если нужно быстро устранить засор и нет под рукой никаких средств специализированных. Спасибо большое за внимание.